у вас идет внутреннее психическое напряжение. Это напряжение надо снимать с помощью аскезы. То есть нужно длительное непрерывное движение. Ну вот, если это нервная система страдает, то нужно двигаться непрерывно 4 часа раз в неделю. И неподвижное положение тела, где-то, может быть, не двигаться там сколько сможете, там, ну, полчаса, 40 минут вообще. Ну, достаточно, если 4 часа ходить раз в неделю, то можно неподвижное положение тела, 40 минут достаточно стоять, допустим, раз в неделю тоже. И у вас психика начнет восстанавливаться. Если вы хотя бы там 2 часа будете ходить, можно заказать у нас лечение, достаточно семена в уши поставить. У нас есть там целый комплекс, но он дорогой. Но есть семена в уши, вот лечение мы ставим. Вот видите, у меня тоже есть семена, они у меня глазное давление поддержат. Вот. А вам надо будет другие семена ставить на психику. И они будут тонус психически держать в норме. Хорошо. Мне просто как-то все разбалансировалось. Нет, вот вы говорите сейчас опять за свое пошли. Я еще раз вас повторяю. У вас есть болезнь. Я хожу. Много. Сколько? Я хожу на йогу, я зарядку. Нет, вы не понимаете. Нужно длительное непрерывное движение. Вот если вы куда-то прошли раз, куда-то прошли два, и так 4 часа, да, вам не поможет. Вы должны идти, не останавливаясь, 4 часа раз в неделю. И тогда, через 3 часа вашего движения, ваше это движение приведет вас к вашей болезни. И вам последний час будет идти тяжело. Но если вы пройдете, то начнется лечение. И так каждый раз. Через где-то месяц у вас будет уже облегчение после этого. Вот. Но просто если вы на йогу там ходите еще куда-то, от этого ничего не меняется, потому что вы очищаете, допустим, вашей йогой, ну, только ту зону, которая вообще далеко до психики еще, понимаете? Вы очищаете там слизистые оболочки себе, мышечную систему, как бы. Ну, вы делаете это йогу, чтобы до психики добраться, нужно делать очень долго. Одно упражнение надо делать 1:20 для того, чтобы добраться до психики, понимаете? Легче 4 часа пройти. Если я просто по городу иду, я домой вообще не могу идти, я поэтому хожу по городу. Вы меня слышите или нет? Да, вы идете непрерывно 4 часа по городу? Бывает и так, да. Ну, значит, вы очищаете свое тело. Нет. Если вы не останавливаясь, не отдыхая, не заходя в магазин, идете 4 часа, то вы прочищаете весь организм. Если вы остановились, зашли в магазин, то все, опять заново все начинается. Спасибо. Спасибо огромное.